В июле в Подмосковье стартовал прием заявок на 4 субсидии для малого и среднего бизнеса. На эти цели выделен 1 миллиард рублей. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание, что подавать заявки претенденты могут в онлайн-формате. После первичного отбора участников конкурса предприятия, вошедшие в зеленую зону рейтинга, должны будут приложить документы по затратам. По ним и будет приниматься окончательное решение.